Генеральный спонсор программы – кондитерская фабрика «Красный пищевик». Прекрасное дается нелегко, красивую фигуру редко дарит природа. Чаще это результат большой работы над собой. Привет, я Ангелина Дикуна, в эфире «Дневник красавиц». Смотрим и оцениваем работу наших девушек. Сделано уже многое. Весы приятно показывают цифру в минус 1, 2 и даже 3 килограмма. Сантиметр на талии тоже сузился. Но красавицам предстоит еще много работы над собой. Жим, лежа, присед, велосипед и многое другое. У каждой красавицы собственная программа по совершенству тела. У наших красавиц все схвачено. Тренировки без голодовки. Питаются исключительно здоровой и правильной пищей. Бесчисленное количество тренировок, а на лицах улыбки и вид очень бодрый. Красавицам явно по душе такой ритм. Румба, сальса, ча-ча-ча. Танцуют все. Ну, почти. Но старается каждая. Быть приятнее усталости после интенсивной тренировки. Мышцы уже привыкли к нагрузкам, а гормон счастья продолжает кружить головы красавицам. Девушки признаются, заветная мечта – корона, большая и блестящая. Ради нее они так много трудятся. Новые знакомства – вопрос второстепенный, ведь конкуренция очень большая. Танцы – лучшее проявление чувств. Гнев, страсть, нежность – все можно передать жестами. Хореограф учит технике, но даже на тренировках наши девушки проявляют индивидуальность, пусть пока и не смело. Одни улыбаются, другие по-прежнему серьезные. Но ничего, и это пройдет на сцене, в софитах. Улыбка будет у каждой. Так обещают сами конкурсантки. Есть же такое понятие, что нужно забыть. Забыть обо всем, что происходило сегодня днем. Как что-то вот в жизни, какие-то события. Оставлять все это за дверью. Сможешь на конкурсе проявить такое качество? Да, конечно, это обязательно. Даешь обещание, что на сцене будет улыбка? Да. Какие сегодня самые главные ошибки у наших конкурсанток? Улыбка, наверное. Потому что улыбка – это же представление себя. И, наверное, что самое главное, как девушка улыбается. Строевая подготовка тоже продолжается. Это я, дефиле. Красавицы на высоте, но не из-за лабутенов. Бобручанки очень стараются и идут в нужном направлении прямиком на сцену. Когда идет девочка, у нее идет больше шагов, чем у тебя. Но ты доходишь, и вы вместе должны через левую сторону развернуться и встать. Окей? Шаг, поворот. Улыбка. Девушка идет, она должна понимать, что я та самая, которая должна выиграть. Она должна в первую очередь любить себя, правильно? И поэтому должна показать всю свою любовь зрителям, чтобы они ее и выбрали. Правая ножка, все верно. И шаг, поворот, голова. Улыбаемся, девочки, пожалуйста. Вы же самые красивые этого города, давайте. Огромная сцена, море зрителей и громкие овации. Все это уже совсем скоро. Но работы еще много. Впереди знакомство со стилистами, подбор образов и кардинальные перемены во внешности. А потом финал, и, конечно, руки будут трястись. А я напомню, что до финала осталось 7 недель. Девушки уже в отличной форме и настроены только на победу. Это значит, что конкуренция обещает быть сумасшедшей. Финал конкурса «Мисс Бобруйск 2016» станет самым грандиозным событием этого лета в Бобруйске.
Я Ангелина Дикун, прощаюсь с вами на одну неделю. Встретимся уже совсем скоро, в следующую пятницу на телеканале «СКИФ». Пока! Генеральный спонсор программы – кондитерская фабрика «Красный пищевик».